Видели ли вы когда-нибудь интернет-магазин бесконтактных телефонов? Оказывается, бывает и так. Вот Мобилак, он давно интернет-магазин, уже лет 10. У них даже когда-то были свои представительства в областных центрах по выдаче заказов. И сейчас там у них что-то случается уже почти год, что люди не могут получить деньги возврат, когда нет в наличии товара, либо товар предлагается по сильно низкой цене по сравнению с другими интернет-магазинами. Вы проплачиваете, вам говорят: месяц подождите, потому что это под заказ. А потом, когда вы берете заявку на возврат, делаете, или они сами отменяют, вам никто деньги не возвращает. Постоянно пишется новая дата. Вот сейчас до 1 мая, до этого было до 29 апреля, до 24 апреля, до 20 апреля. И так вот автоматически с 13 февраля дата растет до мая месяца. Дозвониться к ним нельзя, они отключили все телефоны, а интернет-магазин все равно работает, хоть и люди пишут в интернете, обращаются в полицию. Почему так происходит, непонятно. И вот даже где кругом тут посмотреть, контакты. Вот щелкаем контакты к нашим специалистам. И видите, тут задать вопрос только по электронной почте. Чат в Вайбере. Я, к примеру, Вайбер вообще не устанавливаю. Сейчас тут ФОП Синицын. До этого было другое юрлицо. Не физическое, а юридическое, деньги собирало. Пишут, что еще тоже другой ФОП был перед этим, предприниматель. И почему так происходит, даже если задать вопрос, вот видите, щелкнуть, то тут выскакивает форма, и эта форма тоже не предполагает голосового сообщения. Так что вот так вот бывает, если видите в интернет-магазине сильно низкую цену на товар. Просто чего люди попадают в это положение, что заказывают? У него много постоянных покупателей раньше было, что люди реально и 5 лет назад получали свои товары, и все. А теперь не возвращают просто деньги, и все. Хотя тут у них много всего. Каталог товаров, ноутбуки, комплектующие, видеокарты, сортировка от дешевых к дорогим. Вот видите, что тут мост, видеокарта на гигабайт 958. А когда деньги они собирали, они выставили карту Asus 2 гигабайта DDR3 по цене 635 гривен. Ну, люди, естественно, покупали такую видеокарту, чтобы свой компьютер немножко усовершенствовать. Так что, видите, редко такое бывает, что интернет-магазин без одного, ни одного номера телефона нету, а вверху только идет бегущая строка, что заказы принимаются вот в обычном режиме через корзину. Так что смотрите, как заказывать, то ли уже действительно в этих Фокстроте, Эльдорадо, Комфи, интернет-магазинах и в Розетке заказывать, и не морочить уже голову больше с этими магазинами. Что еще, Ax.ua, когда-то мне тоже прислал жесткий диск, хорошо. Ну, смотрите. Безопасность в интернете. Но тут надо обращаться в киберполицию, заполнять форму, отсылать документы. Тут им писать письма электронно — это бесполезно. Тут с ними переписывайся, не переписывайся. Они ничего все равно не отдают. С одного адреса на другой предлагают написать, прислать квитанции. Сбой в базе данных у них типа был. Шлите хоть квитанции, никто ничего не возвращает. А кто будет ехать в Харьков или где-то разбираться или искать их? Там учредители, то юрлицо, что в прошлом году было, оно в Харьковской области, учредитель, домашний адрес. Этот ФОП тоже с Харьковской области. Ну, удачных вам покупок!